Всем привет! С вами канал Владелец аквариума, и я Дима, и мой 5-литровый аквариум. Сегодня покажу вам последствия применения мной в этом аквариуме 3% перекиси водорода, простой аптечной. Значит, недавно выходил ролик, я обрабатывал вот эдгониум, который на коряжке перекисью. Эдгониум погиб. Он сначала стал красным, потом розовым, сейчас вот побелел, то есть ну, ему уже все хана. Остальные растения, такие как вот почвопокровка, которая тут пытается расти, это Монте-Карло и анубисы, они не отреагировали никак, то есть им нормально. Вот. Но мох ключевой, природный мох, я его из Днепра принес, он пострадал, он побледнел. Стал бледный, вот, не такого насыщенного цвета. Скорее всего, перекисью я его пожег. Вот. Есть сейчас на нем точки роста. Видно, он не совсем загнулся, но, короче говоря, я повредил. Сейчас я разверну аквариум, чтобы показать вам. Опа. Вот с этой стороны. Вот. Надеюсь, так будет видно. Точки роста зелененькие, а сам мох он такой бледно-зеленый, даже серого цвета есть. В общем, он очень нежный и, видите, реагирует на это. Так, вообще по этому аквариуму, раз уже начал делать видео, вот тут у нас еще криптокарина. Она осваивается, я думаю, скоро она начнет расти в полную. Пока она там в тенечке, но... вылезет на поверхность, наверное, будет куститься, как и прошлый раз у меня в других аквариумах. Вот. Коряжка, которая у меня на воздухе частично, с мхом бабл. Сейчас разверну в другую сторону. Вот. Она, к сожалению, зацвела. Вот видите, тут плесень на ней. Сейчас я, вот, чтобы видно было, видите, вот я плесень могу счистить. Мне это не нравится, не знаю, что с этим делать, может быть, убирать буду ее совсем, эту корягу, посмотрим. Вот, сам мох растет отлично. Вот. Сейчас покажу поближе. Ему нормально. Вот, также растение, которое я принес также с реки Днепр, вот оно начало прорастать, пускает стрелку. Оно, по идее, должно выйти из пределов аквариума, и стрелки должны быть на воздухе. Вот. Как-то так, ребят, по этому аквариуму. В общем, не нравится мне то, что я угробил мох. Ну, его можно будет, скажем так, привести в порядок. И не нравится то, что зацвела вот эта коряга. Вот, поэтому у меня появляются мысли свернуть этот проект с 5-литровым аквариумом. Вот, разобрать этот скейп и, может быть, придумаю что-то другое. Вот, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот, на сегодняшний день все по этому аквариуму. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Всего доброго!